Добрый день. Начинаем наш ежедневный обзор рынка. И как это интересно, что с момента, как мы с вами виделись, слышались в последний раз, в прошлую пятницу, на рынке произошел сильный даунтинг, когда рынок упал более 200 пунктов по Dow Jones, и произошел сильный апдейн. Сегодня, как говорится, тоже будет не без волатильности, поскольку сейчас рынок находится в той стадии, которая точно противоположна тому рынку, который у нас был в августе месяце и первую неделю сентября. В связи с тем, что у нас 20-21 числа сентября происходит заседание Федерального резерва и стоит вопрос о поднятии процентной ставки, насколько это целесообразно или нет. А вчера, допустим, выступил один представитель Федерального банка Массачусетса и сказал, что рановато будет поднимать процентную ставку, на что рынок позитивно отреагировал, позитивно отреагировали акции. Но, опять же, вот такая волатильность будет сохраняться. Не знаю, хороша ли это для рынка или нет, поскольку эта волатильность движет чистой воды спекуляциями, поскольку будет поднята процентная ставка или нет. Поскольку мне нравится волатильность так, когда все акции идут вниз или все акции идут наверх. Допустим, в пятницу у нас большинство акций, конечно, пошло вниз, причем пошло вниз достаточно хорошо. В первую очередь хочу отметить секторы РИЦ, которые опустились здорово, секторы металлургии опустились здорово, финансовые компании опустились, акции технологических компаний опустились. И хочу в первую очередь обратить ваше внимание на следующее, что в первую очередь падают всегда акции тех компаний, так называемые хат-компании, IPO, технологические компании, которые сильно поднялись, поскольку хедж-фанды, портфолио-менеджера, они хотят закрыть позиции в прибыли, они хотят допустить, чтобы такая акция, скажем, как Фея, которая, допустим, два года назад стоила $90, когда она была хат-флайером, сейчас она торгуется $14.64. И заметьте, что вчера, когда у нас рынок поднялся, очень неплохо поднялся, акция была всего плюс 3 цента. То есть это говорит нам о том, что вчерашние ралли, возможно, пошли наверх акции тех компаний, которые позавчера сильно опустились, то бишь в пятницу. Поэтому всегда как бы те акции, которые хат-флайера, которые смотрят, например, акция Амба, которая, вот если мы с вами посмотрим, вот она вчера поднялась на 4,41%. Если мы с вами посмотрим, что она сделала за день до того, а в пятницу она с 67 опустилась до 63, опустилась на $4, что составляет практически 10, порядка 7% она опустилась. Вчера на 4% поднялась. То есть адекватно примерно с рынка. Допустим, от акции, которая стоит там $5, и которая, допустим, опустилась в пятницу там на 50 центов, от нее не стоило ждать такого же возврата вчера. И вот как я вчера обратил внимание, поставил публикацию в Фейсбуке, что акции многих мелких компаний, так называемые Russell 2000, Small Cap компании, они не поднялись никак вчера. Они где-то там, по одному, там по полпроцента набрали, поэтому как бы, в этом нет, в них не было никакого движения вчера. Поэтому сегодня у нас будет минусовой день. Значит, куда рынок может пойти? Значит, когда у нас в пятницу рынок упал, мы как раз упали к уровню 2130, даже пробили этот уровень 2130, где у нас, по сути, должна была быть поддержка. Цифры не работают с точностью там до десятых. Поэтому у нас рынок как бы пробил этот уровень, но поддержка все равно осталась, поэтому он от нее и оттолкнулся вчера. Значит, также следующий уровень будет 2100, я думаю, 2100 рынок должен удержать. А возможно, многие институционалы думали, что рынок опустится ниже. Вчера рынок опустится ниже, что дадут им купить акции снизу, что потом рынок, как это всегда происходило, как после Brexit это происходило, как после распродажи в январе 2016 года, рынок всегда возвращался. И они думали, что в этот раз рынок возвратится, даст им купить снизу акции, еще ниже, поскольку у нас как бы рынок еще своего пика, климакса, своей распродажи не достиг. Все ожидали вчера негативного дня, и вчерашний день спутал многим карты. Поэтому сегодня все ожидают от рынка минуса такого, скажем так, среднего такого, минус там, и закроется, откроется вниз, пойдет еще ниже, потом попытается пойти наверх. Где-то вот так он и закроется, сильно ниже он не пойдет. 2100, 2130. В
вот этот диапазон для рынка, который будет. И Goldman Sachs, опять же, как бы, опять же, вспомнил свой прогноз и сказал, что его прогноз по рынку на конец года 2100. Поэтому как бы рынок, никто не ожидает, что он сильно пойдет наверх, никто не ожидает, что он сильно пойдет вниз. Еще интересная вещь, которую я хочу обратить ваше внимание, на золото и на серебро. Что несмотря на то, что когда рынок падал, золото не пошло наверх. Вчера золото тоже пошло вниз. Почему-то золото как бы идет в разнобой. То есть когда оно должно идти наверх при падающем рынке, вниз при поднимающемся рынке, оно два дня подряд пошло вниз. Сегодня первый день мы видим, золото разворачивается. Что касается нефти, то нефть, опять же, из-за того, что высокие инвентории, а у производителей нефть минус 2%. Поэтому нефть, я вот рекомендовал Energy ETF продавать call spread на него, поскольку мне кажется, что нефть в ближайшее время наверх не пойдет. Значит, что касается M&A активности. Значит, M&A, Merger and Acquisition активности. Упомянуть, интересная вот транзакция произошла. Вот мы с вами многие слышали, что компания AGU, это Agrium, хочет объединиться с компанией Potash. То есть они вчера огласили мерджер. И все думали, что компания Potash будет куплена по более высокой цене. Все называли цену в районе 20, а то и 30 долларов, поскольку и опционы торговались на эту акцию. Но как бы по факту оглашения этого объединения двух компаний, вчера компания Potash упала, поскольку видно это объединение, никак не предполагают, что Potash будет куплено. То есть это merger and equals. То есть две компании соединяются в одну, и каждая сохраняет пропорционально своей цене долю в этой новой компании. Поэтому Potash, за нее никто ни копейки не переплачивает. Поэтому эта сделка абсолютно как бы, ну просто те люди, которые планировали, что акции Potash пойдут наверх в случае ее покупки или объединения с кем-то, эти люди сейчас из позиции выходят, поскольку понимают, что ловить там больше нечего. Значит, следующее, хочу обратить внимание, компания ISIL, на которую я обращал ваше внимание, которая вот, ну, тоже была у нас предметом спекуляции о возможной покупке, да, назывались 2 в 2 потенциальных покупателя, и вот как бы сделка произошла. Сделка происходит по 22,5 доллара оглашена, ну и как бы компа еще нету 100% уверенности в том, что сделка произойдет, ну, 100% никогда нет, поэтому компания остается еще арбитраж порядка 90-80 цента арбитраж. Остается, что эта сделка состоится. Значит, то же самое, что касается сделки по покупке Monsanto. Значит, Monsanto, значит, байер уже давно хочет ее купить, и вроде бы уже согласились на цене в районе 120 плюс, где-то в районе 128-129 долларов, ближе к верхнему диапазону 120. Но как бы акция по-прежнему на это не реагирует. То есть она вчера поднялась на 21 цент, сегодня на 41 цент. И как бы тоже 100% вероятности этой сделки никто не дает. Значит, что касается других компаний, какого-то новостного фона, то у нас сейчас очень мало на самом деле, очень мало новостей. И вот хочу обратить внимание, вот Кирилл, вот наш постоянный вот участник группы, вот он когда-то инвестировал в акции компании 3, не знаю, сидит он там или нет, эта компания очень хорошо себя ведет. То есть 3 – это компания, которая дает людям деньги в долг, и как бы она опустилась в какой-то момент серьезно, а сейчас она возвращается к своим вот, ну, за выше 100 долларов, хорошо себя ведет, она не упала в тот день, когда рынок сильно опустился, и по сути вот, вот такие компании, которые хорошо себя ведут в минусовом рынке, это те компании, на которые нужно обращать внимание. Значит, также обратите внимание, сегодня выложил в Фейсбуке Джим Креймер, он сказал, что вот рекомендует акции следующих компаний, которые вот он рекомендует по факту подъема процентной ставки. То есть, если процентная ставка будет поднята, то вот акции, которые он рекомендует покупать. Поскольку понятно, рынок упадет, но какие-то акции отреагируют на это лучше, чем другие. Вот компании, которые он рекомендует, это NVIDIA, AMAT, PVH, URBN, MCHP, SYMC, EW, ISMG, Qualcomm и другие. Что для этих компаний типично, что большинство из этих компаний – это полупроводниковые компании, которые участвуют в так называемом новом направлении Internet of Things, то есть интернет вещей. Значит, это как бы, ну, новое направление, которое тоже будет достаточно развиваться.
так же как, скажем, виртуальная реальность. И поэтому как бы люди туда инвестируют, в этих компаниях видят люди рост, рост прибылей. И поэтому как бы какие-то компании будут себя вести, но явно лучше. Всегда находятся компании, которые в плюсу в те дни, когда рынок в сильном минусе. Но опять же, видя по тому, как рынок себя ведет, я вас уверяю, что вот это временное падение, после которого, скорее всего, последует движение наверх. Значит, теперь мы, как обычно, переходим с вами к опционной активности, анализируем опционы. Дайте мне пару минут, чтобы я нашел. Вот у нас идем по колам. А еще хочу вам интересную вещь сказать, что почему рынок у нас находился в таком узком диапазоне в августе месяце. Происходило это потому, что это так называемый эффект пин-маркета. Что такое пин-маркет? Пин-маркет – это когда инвесторы продают колы на существующие позиции. Например, если вы видите, что акция никуда не идет, рынок стоит на месте, то у вас возникает, ну, правильная мысль продать колы на существующие акции. Если вы колы продаете, кто-то их покупает, эти колы. И поэтому, как бы, допустим, институционалы, они заинтересованы, допустим, ну, кто покупает эти колы, они, понятное дело, купили. Кто их продал, они не заинтересованы, чтобы акция вышла за страйк прайс. Да? То есть, когда акция выходит за страйк прайс, те люди, кто колы продавали, они теряют деньги. Поэтому они были заинтересованы, чтобы держать акции в узком рейнже ниже страйка. Поэтому, вот это, поэтому этот факт происходил в рынке. И скажу вам еще одну вещь, что в это время, вот у нас август и начало сентября, было самое высокое в истории соотношение call-to-put ratio. То есть, как мы с вами видели, когда анализировали, у нас всегда колов покупали больше, чем путов. Поэтому как бы вот это объясняется тем, что вот рынок стоял на месте, и все-таки люди в большинстве своем думали, что рынок пойдет наверх. И опять же, когда у нас большинство людей поняли, что рынок вроде бы идет наверх, что стоят банки, центральные банки страны покупают акции, если они падают, когда люди это поняли, то в этот же день рынок стал падать. Ну, как бы рынок идет против психологии толпы, и поэтому как бы нужно всегда иметь свое мнение о рынке и, как говорится, придерживаться его. Значит, идем по колам, смотрим, что у нас интересного. Секундочку, подождите, пока загружается. Значит, идем по колам. Значит, 5 позиций в лонг, 5 позиций в шорт. Смотрим. Компания MBLY, израильская компания, которая производит софтвер для вождения машин беспилотников, то есть без водителей. Значит, мы смотрим акцию этой компании, это своего рода Hotwire, который был, акция поднималась неплохо. Значит, сентябрь, 45-е колы, покупают по $1.60. Ну, кстати, это колы, которые инлайн, поэтому у нас они особого интереса, то есть, которые даже в деньгах особого интереса не вызывают. SGMS стоит $10, покупает 9-й кол, то же самое. Те колы, которые в деньгах, нам тоже это неинтересно. Rambus 13-20-13, тоже неинтересно. Macy's 35-27, покупают октябрьские 37-е колы. Ну, Macy's это, как вы все знаете, это компания универмаг, один из крупнейших в Америке, которая идет агрессивно сокращать, закрывает свои магазины, пытается эффективнее вести свой бизнес, покупает 37-е колы по 72 цента, 37,72, $2.5 ожидаемое движение. Ну, как бы достаточно длительный срок, а квартальный отчет может еще за это время произойти. Поэтому, как бы, ну, ритейл-компании сейчас, в принципе, находятся в тренде. То есть в тренде. Они начинают со своих низов, начинают идти вверх. То есть видно покупки колов по многим ритейл-компаниям. Applied Materials – это как раз акции, вот одна из тех компаний, которые упоминает Джим Крамер. Компания, которая вот, ну, semiconductor сектор, Internet of Things, значит, 29.59, покупает 30-е колы, тоже достаточно близко страйк от текущей цены. Значит, теперь мы с вами переходим к путам. Путам. Смотрим. Значит. Так, смотрим по путам. Сейчас как раз на самом деле время продавать путы, поскольку, ну, время покупать путы, поскольку рынок может там сходить так прилично вниз, то есть, ну, скажем так, ну, лучше путы, потому что сейчас акции лучше, конечно, пойдут вниз. Значит, вот у нас по Интерсил покупают путы, я не понимаю, зачем, когда уже за компанию дали 22.50
возможная покупка будет, причем вероятность достаточно высока, покупают 17-е путы. Но это как бы глупо. Это, видно, делали вчера до оглашения вот этой сделки. RRC, нефтяная компания RRC, стоит 42, покупают 40-е путы. Значит, покупают по $1.40, значит, потенциально 38.60, а, значит, движение потенциальное в $4 может быть. Вот это такой хороший путь, который говорит о том, что цены на нефть могут падать, и вместе с этим пойдут акции энергетических компаний. Значит, квартальный отчет 26 октября. Значит, и покупают как бы опцион, который, ну, это он, скорее всего, не захватит квартальный отчет, поскольку третья пятница октября заканчивается раньше, чем 26, поэтому как бы это не совсем квартальный отчет. Ну, Кор, компания, которая занимается производством стали, 47.71, покупают in the money путы, значит, 3000, покупают 85, ну, не совсем как бы интересно для нас. Следующая компания, Interval Leisure, IILG, 17.10, покупают декабрьские 15-е путы по 31 центу, это движение в $2 вниз ожидается, но как бы эту компанию не очень хорошо знаю, и достаточно большой срок, декабрь это еще 3 месяца еще, то есть достаточно далеко. Значит, DVX стоит $12, тоже декабрьские путы покупаются, причем покупаются, смотрите, по 3.20, 10-е путы покупаются по 3.20, то есть это цена 6.80, предполагается движение акции на $5 вниз. Поэтому как бы вот эта вот акция интересна, можно вот ее попробовать пошортить, DVAX. В принципе, у меня на сегодня все. Значит, теперь мы, как обычно, заходим в Skype, и вы задаете мне вопросы, там, делимся какими-то нашими общими мыслями вслух. И спасибо всем за внимание.